У нас другая волна, и она нас прокачивает. Всем нашим пусть сопутствует удача. И если вдруг будет иначе, не сворачивай. Задача закончить то, что начато, и идти. Друзья, все когда-то сталкивались, возможно, с такой ситуацией. В лифте застряло 4 человека, они совершенно не знают друг друга. Смотрим. Блин, 4-й час уже в лифте находится. Сколько можно? Выпустите! Итак, я ваш диспетчер, и вы не выберетесь из лифта до тех пор, пока не узнаете, кто из вас супергерой, убийца, Леонтьев и человек, который лезет без очереди. Диспетчер там рассчитался, здесь минимум 3 убийцы, да? А при чем тут Леонтьев? У вас музыкалка? Да. Помогаю, как могу. Знаете, вообще легко узнать, кто супергерой. Смотрите, элементарно. Помогите! Помогите! Ну, поздравляю, Леонтьева, вы нашли, продолжайте дальше. Ну, собственно, супергерой может быть кто угодно, там женщина-кошка, супермен, пипец. Что за пипец? Ну, зеленый такой супергерой, который не чувствует боли. Черновец. Кстати, давно его не слышно, да? Дома ты моя, ты ночей не. Да я напиваю просто, ты черновец. Ну, давай. А сейчас специально для вас медленный танец. Парни приглашают девушек. Вы смотрите, какой медленный танец. Давайте лучше подумаем, кто убийца. Не, ну нормальная музыка, давай потанцуем. У меня предложение, давайте убьем Леонтьева. Зачем его убивать? Ну мы убиваем Леонтьева, супергерой наказывает убийцу, и все, четвертый, понятно, кто так. Ребят, молодчики вообще, да, поздравляю. А то, что я живой человек, не интересует, да? Ну ты же уже все. Что после? Ну, когда ты последний раз альбом выпускал? Да недавно я последний раз альбом выпускал. На аудиокассету послушаем. Так, ребята, стоп. А вдруг супергерой это и есть убийца? Да, не пойдет. Я говорил, что мне не стоит убивать. Кстати, ребят, Валерчик, а вы знаете Бориса Моисеева? Борьку! Алло, это диспетчер! А че это ты мне на телефон звонишь? На диспетчерском деньги закончились, звоню на телефон. Отлично. Слушай, передай трубку супергерою. А, вы же не знаете, кто такой супергерой. Тогда передай трубку убийце. А вы не знаете, кто такой убийца? Слушай, Леонтьев, вы какой фильм глянуть? Я не знаю, Туист, допустим. Ну это фильм там, где простой учитель пытается соблазнить Анджелину Джоли. Это, походу, фильм «Оптимист». Завтра в 7:20 я буду болеть. Я одинокий бродяга. Ребят, супергерой это можно определить по другим качествам. Вот у тебя много рваных рубашек в шкафу? Ну я немного другой имел в виду, ну ладно. Ненавижу эту рубашку. Чего так? Есть песня об этом. У меня была девушка одна. Встречались уже долго, но секса не было. Говорит, люблю в рубашке, приходи ко мне домой. Торопись, я пришел в этой рубашке, ну а там сидит другой. Заткнись! Знаешь, твои вокальные данные не влечь. У
Медяльный штук не выносит. А что тебе нужно спиной делать? Ха-ха, он у меня за спиной? Торчит. Ты прям не уловишь. Ты знаешь, у тебя много общего с родителями наркомана. У них тоже за спиной сын торчит. Ты серьезно, что тебе нужно спиной делать? Кстати, тут тоже есть песня об этом. Отлично. Милый друг, истребляй тех, кто очередь не видит. Камерунский малый бизнес про вахтёж не забывай. Такое что-то. Я так понял, ты у нас потенциальный убийца. Узнаешь, кто убийца, узнаешь, кто у нас вот не очереди влазит, убьёшь его, да? 100%. Я, кстати, забыла сказать, у вас там в лифте серийный убийца. Кстати, ребят, я забыл. Да, я сейчас пойду, извините, а. Мы так и не познакомились. Валерий Яковлевич, Виталик. Валерчик. Виталик. Таня. Виталик. Мороша. Не просто серийный, а много серийный убийца. Так, все, ребят, я признаюсь, я супергерой. Ну, женщина-невидимка. Ну, это та, которая вот с тем пришла тогда вот. Это на празднике еще Аджика. Аджика вот это, да. Не помнишь это. Итак, поздравляю, все 4 человека угаданы. Вы свободны? Наконец-то. Воу, ребята, а вы сейчас заметили, вот 4 часа в лифте и ни одной сожженной кнопки. С вами самая культурная команда. Действительно. Yeah.